Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве Motorola Moto G71 сделать сброс сетевых настроек. Для начала откроем настройки, затем переходим в раздел «Система», дополнительно «Сброс настроек», выбираем первую опцию «Сброс Wi-Fi, Bluetooth и мобильного интернета» и подтверждаем. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока.